Сломана нога, да? Сломана нога. Ты в багажник перешел? Офицер, есть? Можно больше не буду смотреть. Но это издевательство, я не знаю даже, как это назвать. У меня просто нет слов. Я увидел, да. Ну что ж, мрази есть везде. Я считаю, что это неправильно. Пленные есть пленные. Что это вообще на видео? Их можно вообще людьми назвать? Нет. Началась стрельба. Сразу в броник прилетело мне. Я упал, получил ранение. И уже сдался. В плену со мной это обращались замечательно. Если бы мне не оказали хорошую помощь, то, может быть, я не ходил бы. Могли бы и ногу отфигарить. Относятся по-человечески. Нас положили 40, всех 40. Вот нас трое осталось там. Получил ранение, и меня оглушило, я потерял сознание. Сразу же мне понравилось, что пацаны сразу же, как только они меня приняли, они сняли с меня бронежилет. И они мне сразу же в первую очередь переложили жгут и эвакуировали. Кормят, все, делают перевязки регулярно. Жалоб нет никаких. Говорили, типа, лучше в плен, типа, разведчикам и артиллеристам не попадать. Что, типа, они не выживают и их добивают. В принципе, уже сколько дней я живой, здоровый. Меня могли так же самое не брать в плен. Мы могли так же самое положить просто. Будьте людьми чести. Просто. Поступайте по чести. По-другому никак. Это все-таки братские народы.